А теперь немного о погоде. Стрелки термометров неумолимо ползут вверх, а значит, можно смело забыть о жакетах и куртках и сменить их на платья, шорты, футболки. Мы решили провести опрос среди тверичан и проверить их на знание примет, по которым можно определить приближающуюся жару. День для этого мы подгадали не случайно. Именно 13 июня в старину заканчивали работы по распашке земли и выпускали скот пастись на луга. А потому как раз тут растения в огороде. Мы сейчас все в отпуск уходим. И вот много времени проводим на дачах. Если растения начинают прибавлять и в росте, и в листочках, то совершенно можно уверенно сказать, что тепло будет, ну, ближайшую неделю, там, может быть, дней 10. Вроде как связано с небом, когда закат там... Если чистое небо на закате, то должно быть вроде, наоборот, хуже погода. А когда там облака, то, наоборот, все будет тепло, хорошо. Не помню. А вот если ласточки низко летают, то к дождю. Пух тополина летит, тоже, наверное, к теплу. Ну, если атмосферное давление высокое, значит, все будет хорошо. Антициклон, устойчивая ясная погода. Днем тепло, ночью прохладно.